То есть фестиваль равенства – это не политика, это не отдельно какой-то социальный ивент. Это микс, это политическое, социально-культурное мероприятие, которое говорит об идеях равенства и недискриминации для всех людей. То есть мы прежде всего пытаемся предоставить платформу тем людям, которые в обычной жизни не имеют ресурсов и не имеют голоса в нашем обществе, видимости, для того, чтобы можно было объединить наши усилия и вместе совместным фронтом бороться с дискриминацией, с неравенством и с насилием. У нас будет 4 блока. Это дискуссия о... Да, это дискуссия о преступлениях на почве ненависти. Мы будем говорить вот сейчас, как только закончим открытие. Да, но... да. Следом у нас будет большой блок о феминизме, о правах женщин, о насилии гендерном и в том числе урок самообороны. Следом у нас будет перформанс Антона Романова в 5 часов. Затем блок «Барьеры», где мы поговорим о барьерах социальных и психологических при общении и восприятии людей с инвалидностью и людей, живущих с ВИЧ. И посмотрим фильмы документальные на эту тему. Потом у нас будет кинопрограмма вечерняя, а следом после небольшого перерыва концерт и вечеринка. Вот здесь по левую руку есть выставка про трансгендерные идентичности и небинарных людей. Это те люди, которые не вписываются в традиционное понимание мужчина-женщина, собственно. И также у нас вот сзади есть планшеты, да, где... можете посмотреть видеоролики, социальные видеоролики, снятые также мариупольской молодежью на планшетах. А по правую руку прекрасная выставка, которая приехала к нам аж из Львова. Выставка называется «Ничего». Двух художниц Анаиты Гаджановой и Габриэлы Текзе. Мы по разной телесности, и мы предлагаем команду платформы «Тю», которая тоже будет готова. Поэтому сегодняшняя дискуссия, например, мы вынесли в заглавное название, почему гомофобия и трансфобия являются ли они актуальными на данный момент мотивами при совершении преступлений на почве ненависти. Это уже отдельный вопрос. И я тогда хотела бы... Я вижу, что вы там, да, у вас есть вопрос.